Главной достопримечательностью болгарского города Балчик является архитектурно-парковый комплекс «Дворец», признанный национальным достоянием Болгарии. Он объединяет в себе территорию ботанического сада, состоящую из парка, окружавшего летнюю резиденцию румынской королевы Марии, и все дворцовые постройки. Когда в 30-х годах прошлого столетия румынская королева Мария путешествовала по болгарским территориям, ее пленил морской пейзаж на юго-западе Балчика. Тогда и было решено построить здесь летнюю резиденцию королевы, которую она назвала «Тихим гнездом». Королевский парк расположен в нескольких уровнях. В верхней его части, на покрытой зеленью скалистой возвышенности, в 1955 году академик Баки Арданов основал ботанический сад. В формировании базовой коллекции приняли участие около 400 ботанических садов всего мира. В итоге только видовое разнообразие растений достигло 200, а сейчас оно превышает 1000 экземпляров, из них 350 исключительно редкие. Здесь вторая по количеству и значимости на Балканском полуострове коллекция кактусов, которая насчитывает более 250 видов. Ансамбль построен как пирамида из террас с множеством лестниц и подъемов, вымощенных каменными плитами. С каждой террасы открывается свой вид, не покидая чувства, что архитекторы, возводившие парковые переходы, только облагораживали природные рельефы, делая их удобнее для передвижений в разных уровнях. Основной строительный материал в парке – местный ракушечник, наиболее гармонично вписывающийся в природу и отражающий действие времени. А вот и сам Королевский дворец, расположенный на берегу Черного моря, меж трех холмов и недоступный для ветров. Трехэтажное здание, завершающееся минаретом, было построено итальянцами. Необычное сочетание отражает религиозные взгляды королевы, стремящейся к сближению христианской и мусульманской веры. Королева Мария была удивительной красоты. Внучка российского императора Александра II и британской королевы Виктории, она в 1892 году вышла замуж за короля Румынии Фердинанда и со времени его правления фактически находилась у власти. Бесстрашное поведение королевы Марии в годы Первой мировой войны окружило ее героическим ореолом в Европе и обеспечило любовь в Румынии. Ко дворцу примыкает аллея роз, которая ведет к маленькой церкви начала XIX века. Скрытая вековыми деревьями, с иконой Святой Богородицы над входом, эта церковь с острова Крит была подарена королеве Марии зятем. Она была разобрана по камню и собрана заново на месте, включая иконостас. Румынская властелительница была весьма романтичной особой и очень любила свою летнюю резиденцию. Умирая, королева завещала похоронить свое сердце в любимом ею Балчике. Последняя воля королевы была выполнена, и ее сердце находилась в стенах часовни до 1940 года, когда Румыния была вынуждена вернуть регион города Балчик Болгарии. Румыны увезли с собой всю мебель из Тихого гнезда и даже сердце Марии. Но душа королевы осталась здесь. Ее неземное присутствие ощущается в тенистой прохладе сада, в шорохе листвы, в игривых отражениях солнечных бликов на воде. Заповедные места Королевского парка дарят удивительное умиротворение и радость. Он настолько красив и гармоничен, что понятно, почему наделенная русской порывистостью и британским упорством, рожденная для побед румынская королева, захотела остаться здесь навсегда. Ведь последними словами Марии была фраза «Как я любила жизнь».